Добренько. Сиром. Добренько. Привет, ребятки! Очередной влог до изменения моей комнатки. В общем-то, моей, так скажем, комнатки. Доработки ее. Сюда телевизор. Сюда телевизор. Или сюда. Телевизор. Или сюда. Телевизор. Сюда, значит. Нужно всегда водички наливать. Дюпеля вставлю. Так мы постелили, все достали, затянул. Ну что, ребятки, в общем-то, все повесили. Надо, короче, что я хотел, я? Я, по-моему, что-то сделал нехорошее. Ну. Надо, короче, что я хотел, я? Я вообще не одумляю. Не, это явно не для меня. Оу, Дрилман. Я? Дрилман, Дрилман. 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 Значит, пионер-куро купил за 7. Задумал я повешать сюда телевизор за место этой полочки. Или сюда, за место этого замечательного шкафа. Сюда телевизор. Урок. Сюда телевизор. Или сюда. Телевизор. Урок. Или сюда. Телевизор. Сюда. Надо, короче, что я хотел, я? Я, по-моему, что-то сделал нехорошее. Ну. Надо, короче, что я хотел, я? Я вообще не одумел. Не, это явно не для меня. Оу, Дрилман. Дрилман, Дрилман. Оу, Дрилман. Я? Дрилман, Дрилман. Оу, Дрилман. Я? Дрилман, Дрилман. Оу, Дрилман. Я? Дрилман, Дрилман. Значит, пионер курок купил за 7. Вот так сделал. 3 болта. Была бы слабенькая стенка, можно было бы еще тут парочку, допустим. Но смысла большого нет. И так отлично все. Немножко тут напылил. Вообще, конечно, можно брать пылесос или приставлять шланг пылесоса и сверлить одновременно. Но мне сейчас просто не хочется заморачиваться, поэтому вот так вот. И не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик. Ну и, собственно... Люди добрые, помогите! Гей, гомо, гербоудный дунь!